Вот в таком плачевном состоянии кошка Виски поступила в клинику в апреле прошлого года. Ее сбила машина на Садовой. Кошку нашли неравнодушные саровчане и принесли в клинику. У животного диагностировали оглушение, закрытую черепно-мозговую травму, травматический шок. Виски была в тяжелом состоянии, но ее удалось вылечить и выходить. Сейчас двухгодовалая Виски – одна из самых спокойных и ласковых обитателей приюта Мурдом. Даже потому, как она спокойно сидит у меня на руках, можно понять, какой у нее характер. Она прекрасно будет общаться с вашими детками, с другими животными. Она у нас тоже сидит в комнате кототерапии, и тоже она очень сильно любит детей. Она идет к ним на руки, она начинает ласкаться, она мурчит, она играет, она вообще не проявляет никакой агрессии. То есть она вот вообще супер спокойная кошка. Кошка обработана, стерилизована и вакцинирована, приучена к лотку. Нежная Виски ждет любящих и заботливых хозяев. Наши Виски, у нее здесь на шее выбрита шерсть, поскольку она была донором крови для котенка, и она своей кровью спасла ему жизнь. Поэтому она у нас вообще замечательная девочка и очень большая молодец. И мы тоже очень хотим, чтобы она нашла свой дом. Полная противоположность Виски – котенок Василек. Он не даст вам заскучать и расслабиться. Василек – гиперактивный парень, ни минуты не сидит на месте. Постоянно бегает, играет, прыгает, проверяет все углы, сумки, новые предметы. Ему около 5-6 месяцев. Он к нам попал вместе с тремя своими братьями в конце сентября. Нам в группу приюта написал мужчина о том, что он поздно вечером в деревне Осиновка в частном доме на мусорке обнаружил 4 котят. Их кто-то выкинул в мусорном мешке с вероятной целью избавиться от них. И он их нашел. У нас была возможность их взять. Поскольку они были совсем крохами, то мы не отказали. Забрали их к себе в приют. Все котята пристроены. В приюте остался только Василек. Котик задиристый, может обижать как других котов, так и собак. Поэтому не подойдет семье, в которой уже есть животные. При этом котик очень ласковый, он очень мурчащий. Когда к нам сюда на кототерапию приходят ребята из школы-интерната номер 9, он со всеми играет с удовольствием. Он абсолютно не проявляет к ним агрессию. Он им очень нравится, и они ему очень нравятся. Поэтому с детками он как раз-таки подружится прекрасно. Василек пока не кастрирован, но котенка можно забрать домой, а потом прийти на процедуру, когда Василек достигнет нужного возраста. Один из этих обитателей приюта Мурдом может стать вашим другом и членом семьи. Чтобы выбрать и забрать хвостатых и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8-908-762-09-51. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.